В четвертый раз в этот день в нашем городе проходит торжественный митинг. Тихоокеанский и Балтийский, Черноморский, Северный и Каспийская флотилии. Крепкая защита границ Родины. Защита морских границ началась в 1697 году со строительства первого российского военного судна «Орел». Сегодня это многотысячный военно-морской флот России. Вы защищаете славу России на флотах. Морская пехота оказывает содействие в проведении контртеррористических операций. Подводник, очевидец событий 50-летней давности трагедии на подводной лодке К-19 Николай Батарев выступил перед участниками митинга. Самая сложная профессия – это, конечно же, на флоте. Особенно на подводном флоте. Все знаете, что корпус прочный – это и является домом. От 50 до 60 суток надо сплотить этот экипаж и выполнить все боевые задачи. Председатель Российского союза ветеранов Афганистана, кавалер Красной Звезды Андрей Банников призвал всех моряков к объединению, морпехов и подводников, морскую авиацию и пограничников. Я хочу вас поздравить с этим замечательным праздником. Пожелать вам всем крепкого здоровья. И мы должны 9 мая поддержать все-таки нашу традицию. Вместе с пограничниками и с десантниками должны пройти матросы. Подрастающая смена из клуба юных моряков «Парус» готовы принять эстафету. Мне очень нравится, как бы я начала когда ходить в этот клуб, я очень заинтересовалась морским делом, мне очень это нравится, и как бы в данный момент мы этим живем. И я вот хочу связать жизнь с этим делом. Для всех служивших это личный праздник, воспоминания о молодости. Ветераны говорят, что в этот день очень хочется гордиться всеми участниками красивого праздника, а не стыдиться выходок вульгарного и грубого поведения отдельных перебравших героев. Александра Горбань, Наталья Егошина, Павел Охотников, Павел Соларнин. Новости Тагил ТВ.